Из Красноярского перинатального центра эвакуировали 200 человек, из них 150 детей. Это персонал и пациенты. Утром 7 июля там сработала пожарная сигнализация. На место выехали расчеты, однако возгорание не подтвердилось. Как сообщили в больнице, в детском корпусе произошло короткое замыкание. Однако дальнейшего загорания не было, но помещение было сильно задымлено. Пациенты, говорят, почувствовали только запах. Оказание медицинской помощи не прерывалось. Ничего не видели. Ни дыма, ничего не видели. Говорят, запах. Вот видите, запускают. А где? В коридорах запах сказали. Медицинское учреждение 3-го уровня. То есть, как бы мы должны работать непосредственно вне зависимости от обстоятельств. Приехали быстро, как бы отреагировали, эвакуировали согласно всем возможным алгоритмам. И угрозы никакой нет.